Всем привет, дорогие друзья, с вами Фокс, и сегодня у нас мод, который добавляет в игру индикатор ХП у наших мобов. Так, ну, к примеру, наводим на того, кого мы собираемся убить, или просто интересно узнать, сколько у него ХП, наводим на него, и у нас сразу показывается. Также у каждого моба есть свой знак, то есть смотрите, под мобом, где-то вот здесь, снизу слева находится его знак. У скелетов и у зомби он одинаковый. У крипера другой, у спайдера тоже другой. Ну, видимо, у остальных тоже разные. Ну, сейчас не об этом. Также имеются такие циферки, которые появляются, когда мы ударяем нашего моба. Эти циферки называются дамагом, который мы наносим. То есть, то есть мы его бьем, да, и у него отнимается ХП, естественно, циферки сверху обозначают, сколько мы ему сносим. Также они обозначают не только, сколько мы ему сносим, или они, к примеру, обозначают, сколько сносит кактус. Да? Кактус отнимает по одному ХП, он его сейчас бьет, бац, убил. Да. А, собственно, на моде все. Все ссылки в описании. А я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Фокс. Всем пока.